Давайте сейчас попробуем найти точку. Ой, вон, вижу. Что мой котик? Меня съели. Котик подтает. Котики съедят игрок под ником Кальян 224. Поздравляю. Я оповещение о том, что скоро будет сброшен золотой ящик на этой карте по ликом. Давайте. Я золотой ящик, чем-нибудь не поставлю. Вот я оповещение о том, что скоро будет сброшен золотой ящик на карте полигон. Давайте сейчас найти точку. Где же он вообще? Вон. Да, я вижу. Котик подай. Давайте снимем и котик взял игрок под ником Влад. Значит, его поздравляю. Ребят, наконец-то, потому что скоро будет сброшен долго ехать на этой карте, пойду. Давайте сейчас попробуем найти точку. Всем привет, у нас золотой ящик на карте полигон. Ну чё вообще? Офигеть. У меня лаги, годик падает. Блин, ну зачем? И годик взял игрок под ником. Всем привет, у нас золотой ящик на карте фабрика. Давайте, да, не слили. Интересно, котик типа дай. Давайте на... Ой, всем наверх, да. Вижу. Взять игрок под ником Максим Мильнем. Чем его поздравляю и иду на следующий. И наконец-то еще один золотой ящик на этой карте фабрика. Давайте сейчас попробуем найти точку. Давайте тем. Ой, вон он, вижу. Я вижу и... И блин, Казян 979, где золотой ящик, чем его поздравляю. И игрок 666, армяне 666, передай привет. Всем привет, у нас золотой ящик. Катя, подъемка, давайте. Попробуем найти точку. А, нет. Где точка, да? Я не знаю, где. Котик взял игрок под ником QO. Чем его поздравляю? Всем привет, у нас золотой ящик на карте система. Давайте сейчас попробуем найти точку. И давайте буду ждать на этой части. О,
Ой, вон он, мы мастер, и давайте. И да, я взял золотой ящик, красава. И ждем на следующий. И оповещение о том, что скоро будет спрошен золотой ящик на этой карте. Уже второе оповещение. Давайте сейчас найти точку наверху. Где он вообще? Не знаю. Вон годик. Нет, не годик. И годик взял игрок под ником Арут 35. Чем его поздравляю. Привет, у нас золотой ящик на карте пустыни. Давайте сейчас попробуем найти точку. Пустинку давайте ждем годика. Вот, вон он падает, я вижу. Котик взял игрок под ником G5. Сергей его поздравляет. И передает привет. Игрок под ником Залех 33. Видите, ребята, оповещение о том, что скоро будет спрошен золотой ящик. Только создай карту и будет золотой ящик. Офигеть. Ну чё ты вообще? Котик взял игрок под ником Диктатор 5.00. Чем его поздравляю. И второе повышение о том, что скоро у меня сброшен золотой ящик на безумке. Давайте найти точку на внизу. Третий золотой ящик на этой карте безумия. Ой, я вижу точка. Блин. Блин, пожалуйста. Вот котик подай. И да, я взял золотой ящик. Жду на следующий. Четвертое оповещение о том, что скоро будет спрошен золотой ящик на этой карте станции. Давайте найти, да, спасибо. Вот. Где? Ой, ну, не хватит, да? Зачем его поздравляю? И смотрите на оповещение о том, что скоро будет спрошен золотой ящик. Наконец-то, да. На этой карте Гугл. Давайте. Вон он падает. Блин. Давайте просто едем и... Блин, меня слили. Черт, 2.00, я ощущаю его поздравляю. Всем привет, наконец-то у нас золотой ящик на карте безумие. Давайте сейчас попробуем найти точку наверх. И котик взял игрок под ником Данил Акула, чем его поздравляю. Всем привет, у нас золотой ящик на карте Дуселдор. Давайте найти точку. Ну, спасибо. Интересно, голубь где падает вообще.
Готик. Вообще я не знаю, где он вообще подошел. Где тогда? Вроде взяли кровь под ником Кузнеца, не хочу его потратить. Я старая об объяснении о том, что скоро мне сбросил золотой ящик на Дюссельдорфе. Сейчас попробуем найти точку. Смотрите на второе оповещение о том, что скоро будет сброшен золотой ящик на этой карте и ящик. Давайте просто ждем. Интересно, где он падает вообще. А, вон он. Я вижу. Давайте, да, я взял золотой ящик, офигеть.